Хорошенький Мирославчик. Да. Да. Я могу. Всем привет! Сейчас я расскажу, что точно не стоит делать. Нот будет устанавливать операционную систему Windows 10, друзья. Setnot будет устанавливать операционную систему Windows 10, друзья. Десятку мы будем ставить. Десятку на этот компьютер. И с этой самой флешки я хочу поставить на свой S. SSD-диск, потому что самая современная операционная система плюс загрузка с флешки и на SSD-диск это будет просто быстро. Быстрый запуск, быстрый отклик, быстрая работа программ, ничего вы ждать не будете, а если еще игры запустите с SSD. Вы будете просто кайфовать. Solid State диск, друзья. Твердотельный накопитель. Тем более стоит недорого. Даже можно прикупить под операционную систему на 120 гигабайтов. И вы после SSD диска точно не слезете на жесткий диск А400. Такой вот SSD диск. На него мы сейчас будем устанавливать нашу десятку. Подключаем нашу флешку. Эту самую флешку в наш USB разъем нашего ПК. Теперь включаем наш компьютер. Нажимаем клавишу F11, выбираем нашу флешку, происходит загрузка с нашей флешки Windows NT6, Windows 10 Start X64. Далее здесь кликаем «Установить», «Начало установки», здесь у меня нет ключа продукта, кликаем на него, ключа продукта у нас нету. Теперь выбираем Windows 10 Professional, то есть Windows 10 Pro. Именно профессиональная редакция. Есть домашняя для одного языка, образовательных, нам ничего не надо. Мы хотим самую последнюю Pro-версию, только Pro. Далее, я принимаю условия лицензии. Далее, выборочная только установка. Давайте удалим все разделы. Удалить, да, наш 120-гигабайтный SSD-диск будет... Solid State диск, друзья. Твердотельный накопитель. Тем более стоит недорого. Даже можно прикупить под операционную систему на 120 гигабайтов. И вы после SSD диска точно не слезете на жесткий диск А400. Такой вот SSD диск. На него мы сейчас будем устанавливать нашу десятку. Подключаем нашу флешку. Эту самую флешку в наш USB разъем нашего ПК. Теперь включаем наш компьютер. Нажимаем клавишу F11, выбираем нашу флешку, происходит загрузка с нашей флешки Windows NT6, Windows 10 Start X64. Далее здесь кликаем «Установить», «Начало установки», здесь у меня нет ключа продукта, кликаем на него, ключа продукта у нас нет. Теперь выбираем Windows 10 Professional, то есть Windows 10 Pro. Именно профессиональная редакция. Есть домашняя для одного языка, образовательных, нам ничего не надо. Мы хотим самую последнюю Pro-версию, только Pro. Далее, я принимаю условия лицензии. Далее, выборочная только установка. Давайте удалим все разделы. Удалить, да. Наш 120-гигабайтный SSD-диск будет полностью как неразмеченная область. Вот, незанятое пространство. Все, полностью 111 гигабайтов под операционную систему пускаем.
Как видим, Windows 10 создает зарезервированной системой на 579 мегабайтов. Мы выбираем второй раздел. Это у нас на 111 гигабайтов. Просто кликаем далее. Копирование файлов Windows. Подготовка файлов для установки. Теперь наш компьютер хочет перезагрузиться. Я тебе помогу перезагрузиться. Нажал клавишу перезагрузить. Идет подготовка устройств. Проценты. Идет подготовка. Повторная. Запуск. Подождите. Давайте начнем с региона. Это правильно. Россия. Да. Подождите. Это у нас вкладка основы. Русская раскладка клавиатуры. Да. Пропустить. Вторую раскладку клавиатуры нам не нужна. Теперь у нас настройки сети. Выбор способа настройки. Настроить для личного использования или для организации. Для личного использования. Далее. Вводите с помощью учетной записи Microsoft. Мы выбираем автономную учетную запись. Нам не нужна. Не нужна Microsoft учетная запись. Войдите, чтобы получить полный доступ ко всем программам и службам Microsoft. Ограниченные возможности нам не нужно. Теперь мы здесь вводим, кто будет использовать этот компьютер. Учетная запись. Это наша учетная запись. Можем придумать любое имя. Я поставлю учетную запись именем админ. Пусть будет имя админ. Далее. Пароли мы не будем ставить. Далее. Подождите. Удобная работа на разных устройствах с помощью журнала действия? Нет. Выберите параметры конфиденциальности для этого устройства. Все это отключаем. Мы не хотим, чтобы у нас была здесь полная слежка. Все это выключаем. Теперь принимаем. И у нас последний пункт службы. Привет. Выполняется подготовка для вас. Это может занять несколько минут. Не отключайте свой компьютер. Почти готово. Можем перейти в параметры. Система. О системе. И видим, что это у нас Windows 10. Далее у нас здесь 19.09. Дата установки. Сборка 18.363.592. Давайте откроем персонализацию и посмотрим на нашу персонализацию. Можем поменять фоновое изображение. Также можем перейти в темы и посмотреть какие-либо темы, которые есть. Параметры значков рабочего стола можем поставить. Наши ярлыки, чтобы отображалось. Здесь можем поставить светлое, Windows 10 светлое. И меню пуск полностью становится белым. И это даже красивее, друзья. Этот компьютер правой клавишей свойства. Видим, что Windows 10 профессиональная. Редакция, панель управления, переходим и удаление программ. Microsoft OneDrive присутствует, установлены обновления. И вот у нас 3, 4, 6 обновлений. 6 обновлений безопасности присутствуют в данной системе. Если мы перейдем в диспетчер сдач, то видим, что здесь у нас центральный процессор нагружен на 2%, на 3%. 1,8 гигабайтов оперативной памяти он потребляет. Диск на 2% загружает, и сетевой сеть у нас грузится довольно сильно. Наверное, что-то сейчас доустанавливается или скачивает обновление, может быть. Windows 10 нас об этом не предупреждает. Он все делает самостоятельно. Версия 19.09, сборка ОС 18.363.592. И вот, друзья, мой секундомер. Давайте запустим наш компьютер и проверим, насколько быстро он загружается. Вот, я запустил компьютер и сразу же запустил секундомер. Смотрим, насколько быстро загружается десятка. Наша операционная система с нашего SSD-диска. Секунд, друзья. Мы вызываем.